Пожалуйста, бас в мониторчик, не слышно совсем.
Шудолепия – это свадебный удмуртский крещ. Что такое крещ? Сейчас в двух словах объясню. Это самый древний жанр из напевов, которые были рождены нашей землей. Вот. Еще до того, как появились песни с текстом поэтическим, были вот эти крещи. Это песни о береге, это магические песни. Итак, свадебный напев, шудолепе, напев родни жениха. Они очень радуются, что к ним придет скоро в семью новый член семьи, невеста, будущая жена. И мы еще используем в этой композиции музыку Андрея Кондакова, его пьесу под названием «Заброшенный парк». Шудела, шудела, пешудела, чуанва, мирайно, е пешуйца ялено, ай дой шуйца эбена. Годерепи, райно, ай дой бегинено, е пешуйца годере, ай дой верайва, эбешуйва. Годерепи, райно, ай дой.
просьба такая, монитор немножко поменьше сделать, вокал, вокал, цимбал, цимбал на мандолине. Вокал мандолины очень много монитора, может чуть потише. Песня русская народная называется она «Ходила же мамка по саду». Это песня притчет. Девушки, когда собирали свою подругу к венцу, одевали ее, как подобает, а она в этот момент, прощаясь со своим детством, со своей юностью, уходя в другой дом, причитала. Oh,
следующая песня, она родом из города Ижевска, и мы бы хотели рассказать о том, какая музыка у нас замечательная. И вот эта песня принадлежит к нашим зубрам рок-музыки, группа «Дисциплина», Валерий Перевозчиков, ее, скажем, лидер нынешний. Ребята работали в 80-х, в начале 90-х, в 90-х годах, в конце 80-х, 90-х. И мне бы хотелось, чтобы вы по достоинству оценили вот их творчество, пусть немножко, конечно, преломленное сквозь нашу призму, но я думаю, что они достойны такого всероссийского признания. Итак, группа «Дисциплина», Валерий Перевозчиков, «Дети холодного солнца». Это тот человек, который создал эту группу. Приходите в себя. Thank you.
у нас еще времени осталось? Песня Дмитрия Манылова «Ивы на берегу». Машина называется она. Это автор Дмитрий Манылов. Мы всегда ее, когда поем, вспоминаем добрым словом, по-доброму вспоминаем наше ведомство, которое руководит дорогами в городе Ижевск, в Удмуртии в целом. Кто видел, тот знает, о чем мы.
К этой прекрасной сцене «Остров» мы бы хотели исполнить песню автора Дмитрия Манылова, которая называется «Рыбка».
Я замолкаю, чистаю звезды небеса, я различаю каждый камень под водой. Я запускаю рыбку в космос, жить на поле. У нас есть с собой диски, подходите, кому интересно у нас творчество.